Неужели последние дни поляков в Москве? Речь, конечно же, о трамваях, а не о людях. В сети прошел слух о том, что в ближайшие дни будет прекращена эксплуатация трамваев ПЕС польского производства. Напомню, что ситуация 10 лет назад была сложная. Уральский завод выиграл право на поставку в Москву трамваев, должны были поставлять канадские бомбардье, но договорились с польской ПЕСой, изменение курсов валют, вместо 120 пришло 60, потом еще 10, где деньги никто не знает, но ситуация пришла к тому, что запчастей-то нет, модель уникальная, разрабатывать аналогичные запчасти в России просто невыгодно, проще купить новые отечественные и их хорошо обслуживать. И говорят, что подписали документы полностью прекратить эксплуатацию. Верим мы в это или нет? Большой вопрос, зато точно верим в ваш лайк и подписку.